Зачем покупать картошку за 70 тысяч, когда можно купить горную флору за 60? Зачем играть в стальном шлеме, что даже уши не кроет, когда у того же барахольщика можно даже дешевле выменять ратник? А еще зачем покупать кейсы на барахолке? Бартер у торговцев почти всегда дешевле. Было полезно? Подпишись. Увидимся!